За 6000 лет работы своей Бог явил много дел своих, дел, чтоб сразить сатану и спасти все человечество, чтобы все сущие на небесах, на земле и в глубинах морских, все творение смогло узреть его дела и все могущества. Через поражение сатаны видны Божьи дела. Люди славят его и возносят его мудрость. Все сущее на земле, высоко в небесах и в глубине морей его добра славит, добра славит. Все хвалу да вознесет, прославит все могущества. Все сущее славит его дела, возносит его святое имя, возносит его святое имя. Это хвала о том свидетельствует, что Бог поразил сатану, о том, что каждого он спас, всех сотворенных им людей. Все хвалу воздают, он врага поразил, с победой он пришел, царь-победитель. Все сущее на земле, высоко в небесах и в глубине морей его добра славит, добра славит. Все хвалу да вознесет, прославит все могущества. Все сущее славит его дела, возносит его святое имя, возносит его святое имя. Сатаны видны Божьи дела, люди славят его и возносят его мудрость. Все сущее на земле, высоко в небесах и в глубине морей его добра славит, добра славит. Все хвалу да вознесет, прославит все могущества. Все сущее его дела, возносит его святое имя, возносит.